Выходит очень даже неплохо. Ведь всегда есть чем заняться. Кстати, может тут есть потоньше? Давайте я попробую потоньше. Это что-то 3-миллиметровый. Да, потоньше лучше. Уже даже какой-то свой штрих получается. Это свое изображение. Ну, лучше, наверное, по отдельности писать, чтобы любой зритель мог увидеть и понять, что написано. Только не чувак, который в этом шаре, да, а еще и не только для своих, но и все-таки обыватель. Как-то так.
Прикольно, свои штрихи уже такие работаются. Тоже какой-то вот какой-то движ. Казалось бы, остался один, а как-то даже и круто. Знаете, комфортно, классно. Можно заняться творчеством. Сколько там? А, 9 минут. Прикольно, пробуешь такие типа буквы рядом писать, иначе, более отдаленные, пересечением и прочее. На самом деле это полезно, потому что я уже давно ничего не писал, и как бы, ну, мозг, левое полушарие начинает работать. Вот что в ежедневнике я пишу, что вот сейчас подписываю стикеры. Ну, лучше использовать вот тоненький.
Последний лист. Ты пишу завтра.